Сами операции по взятию под контроль трех горных высот. В этот раз и до этого, вспомним высоту Фарух, безоговорочное отступление армянских войск много о чем говорит. Посмотрите на территорию. На такой высоте можно было бы эффективно обороняться, даже элементарно, закидывая наступающие войска камнями. Но сопротивления не было. Это говорит о том, что даже намерения обороняться у армянских военных нет.